В городе Мелитополь Запорожской области Украины взорван бронепоезд. Об этом сообщает УНИА. Повреждено железнодорожное полотно и техника. Количество ликвидированных российских военных уточняется. По сообщению, событие произошло, когда ожидался приезд генерал-майора. Ранее сообщали, что в оккупированном Мелитополе были обнаружены два трупа. Это могут быть высокопоставленные лица российской армии. Вероятно, к взрыву причастны местные партизаны. Напомним, что Мелитополь находится под контролем российских оккупантов. И чтобы русские не чувствовали себя комфортно, украинские партизаны часто совершают диверсии.